Ну вот, друзья, разбил я свой сад. Разбил его за день. Росла у меня одна только груша карамельная. К ней посадил грушу просто Мария. Белорусский селекционер вывел. Также посадил крыжовник черный негус. Крыжовник русский, красный, сам вырастил. Сморода красная. Также посадил малину, 5 кустов, сорт «Красная гвардия». Внес туда навоз, песок, торф. Все это культиватором перемешал. Посадил вот такую чудную яблоню, мельба. В противоположном углу посадил 2 кустика черной смороды, высокорослые, Вологда. Посадил вишню молодежную, в пару к ней для опыления очень хорошо идет вишня ночка. Можжевельник этот уберется, тисы уберется в другую зону. И 2 сливы также посажены. Волжская красавица и тульская черная. Вот такие 2 сливы. Надо теперь все подвязать, подровнять и ждать урожая. Пока-пока.